Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу представить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел, листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Итак, всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. И сегодня мы играем в криминалочку на сером 1 холиплей, первый сер, мы их здесь Кирилл Путбуль. И сегодня у нас будут, сука, грустные новости, блять, как меня заебали эти фейки просто. Вы, блять, себе не представляете, это просто пиздец полный. Приехали какие-то долбоебы. Ебучие, короче. И хотят дэмить. Ну подэмьте, блядь, долбоебы. Давайте, давайте. Подэм нахуй, дура. Просто, блядь, какая-то дура, отвечаю. Тупо приезжают и дэмят. Я реально в шоке. Ладно, про этих долбоебов я даже говорить не знаю, блядь, вы сами прекрасно это знаете, что приезжают долбоебы, дэймят нахуй. Потом, блядь, хуяк им бан дают, блядь, они, блядь, сразу, ой, ебать. Ну идите нахуй, пидорасы, короче. Такая хуйня, блядь, зашел я, короче, такой играю, бляхуй. И тут хуяк. Чувак с ником Кирилл Путбулови удаляет чувака с Фомы по причине, что-то успокойся, типа, и не груби, а, не груби, он написал. Я такой, типа, нихуя себе, что за прикол. Пишу фу, нахуй. И хуяк, блядь, там какой-то пидорас. Кирилл Путбулови, поняли, мой фейк. Понимаете, просто я поменял ник вот здесь. У меня здесь ник был Кирилл Путбулови, я поменял на Кирилл Путбуль. А ник Кирилл Путбулови я не занял. Этот пидорас, сука, создал аккаунт, блядь. Это гандонище, просто по-другому не могу назвать. Создал, сука, аккаунт этот. То есть занял его. И автоматически багнулось так, что... Он стал создателем Фомы. То есть и я создатель, и он, понимаете? Из-за того, что я создал Фому под ником Кирилл Путбулови. Но поменял ник, и, сука, такой бах нахуй произошел, что он когда создал ник, он стал основателем моей, сука, Фомы. Блять, Амазин, это надо, сука, об этом думать, наверное, да, когда вы, блядь, делали? Ну, пиздец, такой бах ебанутый, блядь. И в итоге, блядь, он всех уволил с моей Фомы, блядь, и, сука, ее ударил нахуй. Блядь, смотрите, просто я пишу фо, блядь. Вы не находитесь в семье. Со, сука, сука, нету Фомы, все нахуй. Нету, блядь, сука. Фомы, нахуй. Как меня, блядь, это заебало. Пишу админа, блядь, что типа вот фейк, нахуй, вся хуйня, уже кинул ЖБ, блядь. Да пизды. Но реакция. Не видим нарушения дальнего игрока, блядь. Охуенно просто. Замечательно. Ну пиздец. Возможно, сейчас они уже там проверили, возможно, что-то ему сделали, но, сука, блядь. Это просто, сука, пизда полная. А вон, кстати, эти шлюха, вот эта шадемила, видите, получила варн. Шалава ебаная. Ну, неважно, короче. Это просто, блядь, пиздец. Я не знаю, что делать. Вот напишите, что, блядь, делать, просто. Теперь обратно в пизду, блядь, 500 тысяч, сука. Я заебался уже заново это делать. Вон, Серега КамАЗ. Он получил, видите, багаюз. Вот видите, их банят на 7 дней, пацаны. Поэтому, хейтеры, долбоебы вы ебучие, блядь. Не приезжайте, сука. Это СК, за это банят вы. Дуры, сука, тупые, блядь. Просто, как вам это объяснить? Вам похуй, потом, когда вы пиздюлей получаете админов, вы, блядь, кукарекаете мне, пишете, блядь. ВЛС, нахуй, и в игре, блядь. Так идите вы нахуй, вы сами виноваты, блядь. Дурочки ебаные. Серьезно, меня прикрывает жестко, извиняюсь за мат, блядь. Я, наверное, 18+, сделаю, потому что у меня бомбит, сука, страшно, блядь. Просто очень страшно, потому что я заебался Фому. Сука, я случайно Фому ударил, потом создал эту Фому. Сука, потом какой-то пидор зарегал самой, никакой не занял. И, сука, удалил Фому эту нахуй. И все. Знаете, как он удалил? Он оттуда ушел. А как он был основателем, она удалилась из-за этого. Сука, просто замечательно, понимаете? Просто, блядь, замечательно. У меня реально просто подгорает жутко, сука. Ну как так-то, блядь? Почему, сука, не может это об этом, сука, узнать? Почему это не профиксится, блядь? Это я уверен, что я не один такой, с каким такое случалось, блин. У меня реально просто очень бомбит. От этой хуйни. Теперь, сука, блядь, 500 тысяч тратить, блядь, какую-то пизду. Пишите, блядь, в комментариях, пацаны. Вот серьезно, напишите в комментариях. Создавать мне Фому заново или нет? Вот напишите, пожалуйста, в комментариях. Создавать мне
Фому свою или нет. Потому что, блядь, 500 тысяч, знаете, на дороге не валяются. И, блядь, я не знаю, просто у меня реально уже бомбит. Я хз, создавать ее или нет. И вообще нужна она, напишите или нет. Потому что у меня реально бомбит уже, блядь. Сколько можно бабосы в пизду тратить эту, блядь. У меня и так, сука, с деньгами напряг, я коплю на ГТР. И, сука, еще эта хуйня произошла, блядь. Ну, вообще восхитительно просто. Просто охуенно. Короче, пацаны, это у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.